Я Данил, я из Васильевки. Васильевка полностью оккупирована россиянами. У нас последние дни стреляли, ну, що треба бути, що треба бути завжди на поготові, біжати в підвал, ну, коли будуть вистріли, ну, там ложиться, коли не успіваєш добіжати. Мы надеялись, что тут будет лучше, но там все время стреляли, было очень страшно. Надеемся на лучшее в других местах. Бачила, что мы сидели в подвалах 10 дней без света, без воды. Трое, муж остался дома, мы не бежим, потому что мужчинам нельзя ехать. Сказать, что полная блокада, сейчас дети... Нет воды, нет еды, не пускают гуманитарную помощь, не пропускают. Так что вот что, бомбили дома, разбита больница, много очень горело домов. Ну, это просто страшно, правда страшно. На трассе очень много разрухи, очень много битых машин. Каждый блокпост останавливал, проверяют и с автоматами, и заходят, и с пистолетами, и, то есть... Страшно. Пока Западная Украина. Ну, где спокойнее. Я думаю, что люди помогут в любом случае. Приютят.